Понимаете, только те, кто вспомнили чистую светлую память друг о друге, эти люди по факту живут нормально, по-человечески. Все остальные просто обманывают себя. Они думают, что они живут по-человечески, но никакой человеческой жизни нет. Это просто самообман. И когда вот мне записку девушка написала, почему он мне изменил? Потому что не было жизни-то. Если у вас есть чистая светлая память о человеке, вас изменить невозможно. Потому что когда между людьми капелька настоящей любви начинается, настоящей любви, она с первой стадии, это возможность просто считает человек, что я должен жить с этим человеком, несмотря на его недостатки характера. Просто должен жить. Это первая капелька любви. Вторая капелька, уважение появляется человеку, уважение. Я уважаю как личность. Не за секс хороший, а просто как вот честного, чистого, хорошего человека в сердце. Мне нравится этот человек, он честный, чистый, хороший. Больше любви. Дальше, верность. Я считаю, что только с этим человеком я могу жить, мне другого не надо. Все, этот человек мой по судьбе, несмотря на все проблемы. И по факту люди вот стремились развивать вот эту чистую, светлую память друг о друге в отношениях. Пытались это развивать всю жизнь. Молились поэтому, просили прощения, прощали. И внутренняя жизнь была самой главной. Телевизоров не было, которые отвлекали на внешнюю жизнь, внешнее восприятие пространства. Не было книг, которые отвлекали слишком сильно. Были священные писания, которые настраивали на внутреннюю жизнь. Люди считали только их. Они не развлекали себя книгами, не развлекали себя интернет, играми всякими. Я летел в самолете недавно и наблюдал за одним человеком, мужчиной. Он играл в компьютерную игру рядом со мной. Я пытался понять, зачем он это делает в сердце своем. Я начал глубоко настраиваться глубже, глубже, глубже в его внутреннюю природу и увидел, что у него внутри сильная неудовлетворенность. Нет глубоких, чистых, светлых отношений с людьми. И он для того, чтобы как-то преодолеть эту неудовлетворенность, он пытался победить в игре. Когда человек в игре побеждает, значит, такое ощущение создается, что я же побеждаю, значит, все правильно, значит, живу правильно. Надо постоянно побеждать, чтобы постоянно себе доказывать, что у тебя все правильно. Это называется самообман. Это не жизнь, это самообман. Но что такое жизнь? Это когда ты просишь прощения, прощаешь, молишься, устанавливаешь отношения со святостью. Это жизнь. И у тебя внутри что возникает? Чистая, светлая память о другом человеке. Вы спросите, а куда же девается вот этот канат, который возникает в результате секса там, и наслаждения друг другом, через которого идут страдания, через которое идет ощущение боли друг от друга? Он слабеет. Его природа становится слабее. Вы скажете, и что, сексом меньше хочется заниматься друг другом, да? Хочется больше возвышенно любить близкого человека, а не вот именно так. А тогда дети не будут рождаться, не факт. Дети могут рождаться просто из-за того, что ты хочешь возвышенного ребенка иметь какого-то. И настраиваешься человек на зачатие ребенка уже очень серьезно. То есть в этом случае не просто балдеет и что-то вылетает из него в результате балдежа, что-то появилось, как побочный продукт секса. Как некоторые, есть такие утверждения, дети это побочный продукт секса. Вот у таких людей дети являются желанными, потому что они сексом занимаются с целью зачатия детей. И ставят цель это очень серьезно. Чем больше желания наслаждаться и больше желания зачинать, тем возвышенные дети рождаются. Олег Геннадьевич, ну неужели секс там нельзя заниматься совсем? Занимайтесь нормально. Человек должен жить так, как он может. Я вам говорю сейчас планку, к которой надо стремиться. А мы живем как можем и получаем от этого результат. Вы спросите, почему я так страдаю? Потому что ты так живешь. Ты поставил целью секс в своей жизни, это вызывает больше страданий. Если ты захочешь как лебедь плыть в одном направлении со своим близким человеком, тогда появится верность. Сначала ты поплывешь в одном направлении, он будет рядом просто думать, что ему делать в жизни. А потом он поплывет. И это более светлое чувство завлекает близкого человека со временем. Нужно несколько лет, чтобы он постепенно понял, что ты хороший человек и надо жить, как ты. Нужно цену заплатить. Если ты хочешь туда,
в светлую даль, в светлое чувство, если хочешь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Оно не будет, если ты сам будешь прилагать усилия.